А, не так. Вот так надо смотреть. Вот тут у нас посажен користан семечкой в пленку. Вот такой он на сегодняшний день. Это 100% користан, потому что лист такой широкий попадается. Даже иногда вот такой вот широкий. В основном, конечно, вот такой. Такие кабанчики лежат. Вон, бумагой заклеивали арбуз, чтобы не погорел. Возимся как с детьми с ними. Накрываем вот так вот, чтобы не горел. А вот так ночью воры работают. Заезжают. Вот у нас трасса рядом. Сюда проехали. Накидали, вернее, как они прошли вот сюда, увидели арбуз, кинули один арбуз в другой арбуз, разбили, это, видимо, повыкидывали, и тут их шуганули, они быстро уехали. Видно, что он уже тут какое-то время полежал, уже такой подсохший. Это вообще видеозапись можно отнести к разряду вредителей. Есть разные вредители, это двуногие вредители, которые встречаются. Приходится время от времени их тоже гонять. Я к тебе в огород, если залезу, тогда что? Все огородишь, что ли, у нас? И че? Я тебя огораживать должен такую территорию. Ты зажаловал, блядь. Пожалуйста. Вам жалко? Жалко, конечно. Ты спросил или че? Жалко. Сколько? Можно, ты че, блин, так разговариваешь? Это твое, нет? Ну, они возмущаются, говорят, а что, вам жалко, что ли? Нельзя нарвать. В колхозе всегда можно было. А вы запрещаете. Правда, почему-то все это делает тогда, когда их никто не видит. Уже сорвали, бросили. Пока терпит. Вот, смотри, весь зеленый. Хотя вчера и сегодня самые жаркие дни. Переживет, значит, будет все нормально. Так что терпит.